Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о лучших процедурах для кожи, которые можно выполнять за несколько дней до праздничных событий. Это безинъекционные, безопасные процедуры, а эффект от них, как после салона красоты. Начнем с процедуры, которая в последнее время у всех на слуху. Это безинъекционная карбокситерапия. За счет ее применения удается получить эффект осветления, омоложения кожи и разглаживания мелких морщинок. Ранее карбокситерапия, так же как и альгинатные маски, считались салонной процедурой, но теперь уже и дома мы можем себе ее позволить. Суть этой процедуры в насыщении кожи кислородом за счет направленного воздействия углекислым газом. Молекула углекислого газа имеет малый размер, что позволяет ей проникать в глубокие слои кожи. Организм воспринимает это как стресс или гипоксию и посылает кислород в места кислородного голодания, в результате чего улучшается кровообращение, улучшаются обменные процессы в тканях, кожа насыщается кислородом, осветляются пигментные пятна и разглаживаются мелкие морщинки. Эта чудесная процедура подходит всем без исключения, и выполнять ее очень просто. Выполнять ее желательно после применения энзимного пилинга. Энзимный пилинг «Скатка» – мой самый любимый пилинг. Он подходит для всех типов кожи и не травмирует даже самую тонкую и чувствительную. Энзимный пилинг мы наносим на чистую сухую кожу. Для начала я очищу кожу от макияжа. Наносим пилинг кисточкой или руками, кому как удобно. После того, как мы нанесли пилинг, оставляем его на 2 минуты, а затем проводим массаж. Этот пилинг настолько мягкий, что его можно наносить на зону вокруг глаз. Итак, мы нанесли пилинг, оставляем. Выдерживаем 2 минуты. Нежно массируем нашу кожу. Через некоторое время под руками начинают образовываться маленькие комочки. Многие ошибочно думают, что это отмершие клетки эпидермиса. На самом деле это шарики целлюлозы, которые вместе с кислотами бережно очищает нашу кожу. Итак, выполнили очищение и смываем прохладной водой. После того, как мы завершили процедуру очищения пилингом скаткой, приступаем к процедуре карбокситерапии. Наносим первый состав, он у меня черного цвета, потому что в составе есть карбон. Наносим тонким слоем. Легкое пощипывание, покалывание – это абсолютно нормально. Этот же состав можно нанести и на область шеи. Итак, нанесли первый состав, и поверх первого состава мы наносим второй состав. И начинается волшебство. Мы наносим второй состав, в результате чего происходит реакция взаимодействия двух гелей. Это видно невооруженным глазом. Выделяется диоксид углерода. Мы получаем кислородную маску для кожи, так сказать.
пощипывание, покалывание усиливается, это абсолютно нормально. На коже может быть небольшое покраснение. И в таком виде мы находимся 20-25 минут. Затем умываемся прохладной водой. Итак, мы очистили кожу от геля карбокситерапии. И для сохранения эффекта от этой процедуры наносим увлажняющий крем. Я хочу повысить эффективность процедуры карбокситерапии и выполню процедуру фонофорез. Фонофорез – это безинъекционная процедура, при которой активные вещества сывороток или гелей проникают в глубокие слои кожи за счет ультразвуковых волн. Наносим гель с гиалуроновой кислотой и ультразвуковым скрабером обратной стороной лопатки мы выполняем процедуру. Гель с гиалуроновой кислотой подходит для аппаратных процедур, микротоков, фонофореза, ультразвука. Домашних РФ лифтингов. Итак, включаем наш аппарат. Обратной стороной лопатки мы выполняем процедуру фонофореза по массажным линиям от центра в стороны. Процедура занимает немного времени, примерно 10 минут. 3 минуты на зону лба, 3 минуты на половину лица и 3 минуты на вторую половину. После процедуры оставляем наш активный гель в качестве маски еще на 10 минут. Затем убираем остатки влажной салфеткой или смываем водой. Наносим увлажняющий крем. И наш спа-уход завершен. Процедуру карбокситерапия можно выполнять курсом 7-10 процедур, один раз в неделю. Курс можно повторять 2 раза в год. Энзимный пилинг можно выполнять один раз в неделю, а процедуру глубокого увлажнения с помощью аппарата для фонофореза можно выполнять курсом ежедневно, также 7-10 процедур. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.